Сегодня в конференц-зале городского дворца культуры собрались руководители школ, заведующие детскими садами, руководители администрации Харциска, а также представители профсоюза работников образования ДНР. Повод не то чтобы официальный, но вполне торжественный. Множество цветов и множество искренних поздравлений сегодня принимала начальник управления образования Харциска Людмила Быкова. В день рождения своего руководителя коллектив учреждения организовал в городском ДК масштабное торжество. Первым слово взяла председатель профсоюза образования ДНР Ася Горшкова. Когда мы подводили итоги работы по прошлому году, еще и по позапрошлому, мы определили, что одна из организаций, которая за эти три года, сумела так поднять свою численность, сумела так активизировать свою работу. Это ваше. И мы прекрасно понимаем, что только когда есть понимание, поддержка, взаимное уважение, тогда вопросы решаются, и тогда можно все, что здесь есть. Профсоюз образования ДНР отметил юбиляра знаком за социальное партнерство. О профессиональных успехах и мудром руководстве Людмилы Быковой говорила и заместитель главы администрации Харциска по социальным вопросам Юлия Крюкова. Я очень рада, что на моем жизненном пути есть человек, который меня может научить, помочь мне в работе. Потому как, вот, наверное, та мудрость, которая у вас есть, не в каждом есть руководитель. Это очень ценно. Я вас искренне очень люблю. Люблю всю сферу образования, потому что это самая сложная сфера, которая, наверное, меня учит очень многому в жизни. Вы все такие разные, но вы все очень грамотные, талантливые люди. Поэтому я вам хочу пожелать процветания. Будьте всегда такой красивой. Будьте всегда примером для каждой женщины в нашем большом городе и в республике. Вы действительно идеал. Сфера образования самая многочисленная в Большом Харциске. В школах и детских садах работают тысячи специалистов. Последние 8 лет эту славную армию педагогов возглавляет Людмила Быкова, которая заслуженно пользуется уважением и признательностью у своих подчиненных. Быть может, потому что в любой спорной ситуации непременно занимает сторону коллектива, подшучивают в своих поздравлениях представители администрации Харциска.